Так, ну что, мы приехали в Бодрум. Отель Коза Нонна. Здравствуйте. Шикарный вид, я вам хочу сказать. Совершенно другой стиль. Бодрум, конечно, такой более лакшери. Смотрите, какая у нас веранда. С таким потрясающим видом. Бассейном и рестораном. У нас две комнаты. А вот спальня. Шикарная. Видите, какая. Классный такой небольшой отель. Бутик. Вообще стильный, модный. Такие детали. Мне очень нравится. Тут шикарная гардеробная большая. Девочки оценят. Угу. Красиво. Это вот мы смотрим наш ресторанчик, в который, кстати, все приезжают ужинать. Марчелло он называется. Вот такой маленький пляжик в таком приятном бутичке, отельчике. Красота. Боже, какое же красивое утро сегодня. Такой красивый отель. Берегу моря. Я пришла на завтрак. Класс. Ой, мои дорогие, сижу под деревцем на берегу моря. Просто нереально красивый отель. Ребят, фантастика. Это совсем другой отдых. Бодрум — это такой лакшери история. Здесь нет, ну тут есть отели, все включено, но в основном тут отели а-ля карт. То есть это более дорогой уровень отелей, вот как наш. Называется Коза Нонна. Находится недалеко от Бодрума, недалеко от Марины, где можно потусить. В потрясающей лагуне, в бухте в такой. И он в таком немножко итальянском стиле, какая-то итальянская вилла. Боже, как это красиво. Смотрите, какие цветы за мной. Яркие. В общем, такой кайф, это другое место, это такой романтик, это такой приват и такое какое-то все очень-очень вкусное. Так, ну что, в Бодруме есть Бёрдс прекрасный. Значит, я заказала Apple Passion Martini, посмотрите, как его подают здесь. Просто фантастика. Ну, будем пробовать.